Привет всем, меня зовут Сергей, я занимаюсь фотографией, и сегодня я поехал с сестрой Fix Price к Линцы. Мы там закупили всякого всего красивенького, сейчас я вам покажу. Если вам что-то понравится, ставим пальчики вверх, мне будет очень приятно. Поехали! Сейчас до центра, дойдем. Да нет, еще куда поедем. Школа, школа. Все, мы приехали в Клинцы. Ищем туалет. Школа. Детский мир. Типа, наверное, бассейн. Ну, это да, это просто. Вот, европейский. Пойдем сюда, сходим. Магнит, оптика. Куда-то. Я думаю, в торговом центре, да? Да. Пошли. О, Gloria Jeans. Пойдем. Пошли. Главное, чтобы он открыт был. Обед. Там распродажи сейчас. Голуби загорают. Закрыто, закрыто. Да, тоже с 9. Пошли. Похоже на стик, посмотрим, а здесь что? Это одно и то же, наверное. Это на работник. Давай тут. А? Тут. Ищем туалет. Где тут туалет? Здесь на втором этаже будет. Можешь напроситься? Да. И все, там лес. Вот, наверное, вот. Топ-топ-топаем, топ-топ-топ. Киюля и Сергея. И Сергея вообще. Магазин. Уже там где-то торчит. А как они ходят в туалет в магазин? Никак. Все, у меня сосиска. Маслом пахнет. Пойдем здесь по стороне, поспрашиваем. Если туда пустят, бедных белорусов. Ну, белорусы приперлись. О, туалет, туалет, туалет. Все, красава, пошли. Вижу. Вот.
Мы нашли туалет. Ура! Ставим пальцы вверх. Где? Вот это? Все понаходили. Класс. Все, что хотели, мы нашли. А вот и церковь. Да, вот и туалет. Закрыто. Здрасте. Не, я не хочу в туалет. Ну, я хочу в туалет. Ты что, ты в туалет дома сходил? Просто ты девочка. А у тебя крупные, да? Да, там 50. И монеты наши белорусские. Давай, я тебя жду. Сходила. С 9. С 9 туалет. С 9? Да, сейчас открою. Спасибо. Приехали. Так, туалет. В туалет. Во-во, туалет за 9 есть. А, да. С 9 туалет. С 9, да, хорошо, уже сказали, ждем. Пойдем посмотрим, сколько работает фикс-прайс. С 9, ну все с 9. Да, приехали сюда ради туалета, а я ради носков. Да. Все нормально. Сколько работает? Открыт, да? Открыт, нет, мы новый магазин. Я просто в туалет, то есть я зайду, я не буду, я думаю. Для того, чтобы открыли, пойдем зайдем. Находимся. Потом пойдем в Glory Jeans, посмотрим, остались ли там на скидках какие-нибудь товары. И потом пойдем в синий торговый центр. Посмотрим, что вообще там есть. Та-дам. Как вообще бедные белорусы ждут туалета в Немцах. Нет, не все. Блин, туалет закрыт. Зайти сюда, все должны открыть. 8:57. Осталось 3 минуты до положения. До положения. Ручейка. Ко мне, наверное, денежки. Это было мои монетки для этого. А можно белорусские? А у тебя, а все же крупные, да, тебе дали? А нет, тебе дали там 250. Если что, дашь мне 50 рублей, я тебе дам. Но тебе давали 3250 рублей, да? Где там будет сотка и 50? Нашими, белорусскими. Российскими тебе. Пошли в магазин. Ты хочешь в туалет? Хочу я в туалет. Иди, чё. Иди, 50 рублей можно. Иди. Прикольный город, красивый. Нет, ну, тут, не знаю, Гомель, только меньше, наверное. Новые места очень красивые. Сейчас пойдем в фикс прайс. Да. Думаю, будет весело, и я не буду молчать. Сейчас я вам покажу то, что я купил. Это такая разукрашка. Она, короче, черно-белая. Короче, там есть грибок. Ты им царапаешь по черному. Это, им как... У нас в детстве было, мы воском мазюкали, потом гуашь ее, это все засыхало. Такая вот штука получается. Вот там 12 листов. Потом... Это я купил для фотосессии, а вообще это для скрамбукинга. Наверное, так правильно сказал. Это чтобы украшать открытки, но я хочу это для фотосессии. Чтобы были очень сказочные и прикольные. Вот еще я купил набор наклеек. Типа такие вот изумрудики, очень красивые. Вот, здесь показано, куда можно их клеить. Мне очень понравились. Я купил еще третью. Вот. Здесь такие цветики, кружочки. Думаю, будет очень мило смотреться на фотографиях. Смотрите, мне очень понравились. Я одобрил. Потом. Это такие фломастеры. Они с блестками. Я первый раз такое вижу, что фломастеры были с блестками. Прикольно, конечно.
Но там дешево, это все по 50 рублей. У нас такое будет в Беларуси стоить очень так приличненько. Потом, это такие масляные, как бы масляные карандаши, типа. Там золотой и серебряный цвет. Прикольно, как бы я пробовал, мне понравилось. Потом. Это такие для этого, чтобы делать открытки. Это скотч такой цветной. Я взял три упаковки, мне очень понравилось, но я не знаю, куда я буду учиться делать красивые открытки, а может для клиентов буду делать, чтобы туда фотографии ложить, такие типа открыточки, типа как конвертики, чтобы туда фотографии ложить, буду сам украшать таким скотчем. Купил такие форм 3, себе поставил в комнату, чтобы ложить туда всякое. Нужно это неоновые палочки. Вчера я пробовал, это свечки. Они пахнут. Честно сказать, не пахнут. Ну так, слегонца. Это ваниль и молоко. Вот еще форма, она малиновая. А это лежит. Типа записной книжки, она ставится на стол, и там такая фраза прикольная. Это я подарю. Целый подарок. К нам гости приехали с Баку. Это такие, ну, как бы на глаза надеваются, можно в холодильник, можно горяченькой водой, чтобы глаза успокаивались. Она еще мягенькая, там водица такая. Прикольно. Тоже можно пофоткать. Вот это с высоты, как смотрится все. Купил таких две штуки по 50. Это чтоб упаковка, чтобы положить подарки. Завтра уже не день рождения моей сестры, я туда положил в одну. Мне очень понравилось. Там котики, так миленько все. Вот сверху вид. Сейчас вблизи вам покажу. Цветной скотч. Потом рамки купил себе для фотографий в комнату, в новый интерьер. Они пластмассовые, но смотрятся шикарно. Это стразики для фотосессии. Какие будут классные фотосессии? Не подумайте, это я не себе купил, чтобы клеить на себя. Вот те же рамки, что вы видели. Они прикольные, такие серо-черные. Мне понравился дизайн, типа как под дерево сделано. Купил серую с черным. И купил еще золотую с черным. Я думаю, круто будет смотреться. Так необычно, стильно, что дело. Мне очень понравилось. Мне нравится что-то такое необычное в стиле. Это неоновые палочки, я вам покажу, как они выглядят, но они еще не светятся, как бы. Я одну попробовал, но я случайно согнул, а это татуировки. Такие, типа, модный стайл был в каком-то году, в 15-м, наверное, клеили, типа, золотые. Тоже купил для фотосессии. Хочу сделать что-то такое клевое. Купил еще вторую, такое, типа, бирюзовое, золотое. Мне понравилось узор, а там еще как бы здесь и за листом еще один узор. А этого я не знал просто. Только когда домой приехал, увидел это. Это маски. Их ложишь в сок, там, в кефир, молоко, они впитывают все, потом ты их открываешь как бы на лицо, и лицо увлажняется, и ты как бы сам делаешь маски. Это наклейки. Я их две приклеил, корабль и индейца на ноутбук. Мне очень понравилось, смотрится стильно, прикольно. Ну, детско как бы, но там рисунки очень красивые, мне очень понравилось смотреть. Это все рисунки, которые есть в этой книжке. Это все наклейки, как бы. Мне очень понравились, там сестра тоже купила такую. Вот, ставим пальчики вверх, если вам понравилось. Это резиночки такие, типа как телефонного провода. Я не подарил сестре, завтра буду дарить.
это шейкер-шейки. Типа сильный шейкер. Если вам понравилось это видео, ставим пальчики вверх, подписываемся на мой канал, мне будет очень приятно. До новых встреч, я вас всех очень сильно люблю, пока.